На Колыме проходит ежегодная акция «Окно в лето» с 7 по 20 июня. Волонтеры приводят в порядок окна в домах магаданцев пожилого возраста, ветеранам и людей с ограниченными возможностями. Оставить заявку можно в будние дни с 15 до 18 по телефону горячей линии 8 914 850 93 73. Поучаствовать в качестве добровольца может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте добро.ру, подать заявку на мероприятие и пройти короткий инструктаж в штабе. Организатором акции выступает ресурсный центр по поддержке волонтерства Магаданской области совместно с добровольческими объединениями.